Zobaczam tu wziął kasę. Фотошопа поправить. Для статистики. Врагу не сдается. Гордый. 800 метров подъем. Варяг. Сдался. Не попадаем. Не, мы-то собрались за лидером. Делать круг. Все. Привет. Игорь, свисток! Мы решили форумом Игоря послать. Бодро, как ты-то? А что-то все как рванули вверх. Нет, ну ты как? Все побежали, и я побежал. Все побежали. Ты был первый. Попрошу. Рядом со мной не ездить опасно. Это в каком смысле? Красавца, а? Здоровый. Редко из таких больших, маленьких много. На таком ровном месте как-то. А вот это вот так лучше, кажется, он на месте. А там это? Обалденно. Игорь, это что? Да вот как ты ехал. Он за ними ездит. Я думаю, что Даник не виноват, просто он его перегрузил. Перегрузил. Шура, осторожно, меня снимай. Главное, чтобы он хоть как-то мог ехать. Мы еще до виноделия не доехали. Ой, где? Ты сегодня не будешь перегрузить. Почему? В следующий раз наверняка колесо. Да, закончик нужен. А закончик есть? Ну что, ехать будем? Мы сократили, все в порядке. Сколько там у нас километров был маршрут? Потому что обещали 700 метров подъема, они все время лезут вверх. Да, они не добирают явно. Танк что ли? Ап, ап. У меня колеса вроде резиновые, что ли, так? На водопой, да? А? Еще едет, говорит. После ремонта. А если маленькие рога, мало.
Хороший, хороший. Лабрадорчики жнивают, ты что? Сиюр, ви збери, мова клікнути айн. Ну, клікнути. Збор, мова клікнути айн. Сиюр. Все за йофі. אני נפלתי מסולם כשבנינו את זה. אתה מסתדר עם כל העסק? אני משתדל לא להרים דברים כבדים. זה ילדים שלך פה? יש לי שותף צעיר שהוא עוד לא בן 30, והבן שלי שהוא רק עכשיו גמר צבא. היין הזה שאנחנו איתם עכשיו נקרא נחל חכליל 2007. הוא בדרך כלל נחל חכליל 2007 הוא בא מהחלק העליון של היקב שלנו, ולפעמים יש בו ערבור של ענבים מקרמים שכנים בנחל שכליל. כל הענבים נשרו מכל הפרחים. Кино нормально. Заходите, дорвали. Лишний вес еще за. Ты что ж хотел мне? Ура, все живы? Шалом. Круг почета. Такой вынесен, у него безразмерный просто. Под раздачу не успел. Женатый, еще помню. Да, я бы, можно еще кусочек пирога? Как ты женатый? С февраля месяца. Знаешь, кто сытый? Тот, кто готовит, а не тот, кто ждет. Кто тут есть, тот нам вдвоем. Снимают все, кто празднует, а кто работает, и снимают. А от количества вина зависит вкус пельменей. А есть моя горелка, ты пойдешь. Хватался незалитый. Я в детстве любил тесто с пельменей, но теперь я не такой фраер, я люблю мясо. Понятно, салаты восточные. Значит, салат, понятие какой салат, там овощи, то есть салат. Мясо куриное, баранье, что там, салат. Понятно. Не взято сайт, а как там? Блин, павлино, блин. Это не сайт, павлино, блин. Я рад, что мы собираемся, что мы катаемся, и я рад, что... Лохаем. Сколько? Что сколько? Я было? Если закончилось горчить, за сметану сейчас возьмутся, надо быстро брать. Что ты выбрал самый маленький? Завезешь, а? Что ты выбрал самый маленький? Это самый большой, это только тесто. Без мяса. Леня, бетамон. Сейчас мы дали?